Ха, шопоголик. Найдите сейф тамплиеров, убейте только вашу цель. Вау, как опять это все красиво ходит. В чем дело, капитан? Тише. Скоро ты станешь богачом. На рынке я купил у одного человека ключ от Торре де ла Милиция. И какая мне выгода? На вершине башни сокровищница. Лестница частично обрушилась, а ты поможешь мне подняться? Мы уже не одни. Значит, ты принесешь лестницу моей жене? Да, конечно принесу. Ты добрый друг нашей семьи. Я награжу тебя за помощь. Это большая честь для меня, капитану. Фига себе они шифруются. Идите за тамплиерами. Когда-то я эту миссию тоже проходил, но я даже не помню уже как. Как, что и где. Ладно. Блин, нифига. Видимо, вот сюда. Это единственный вариант, который я сейчас вижу. Подожди. Вот сюда, видимо. А дальше-то куда? Туда, что ли? Ну ладно, видимо, сюда. Хопана, прыгаем. Отлично, динамичненько. Принеси лестницу сегодня вечером. А как же моя награда? Ассасин! О боже, он хотел меня убить яблоком. Вот сволочь-то, а. Ладно. Вперед, мы остановим его! Не-не-не, ребят, нифига, не надо меня останавливать. Так, опять погоня. И на самом деле на джойстике это не очень приятно, потому что приходится попотеть конкретно, чтобы... Блин, да что ж такое, не подключивай. Да что за клюки начались? Видимо, уровень очень крутой. Так, слушайте, я чуть не потерялся. Помогите мне, ребята! Только попробуй. Ой, что это было-то? Тихо. Тихо. Ой, я уже пересрал на самом деле, но он вон уже там был. Сейчас я тебя найду, засранец. У меня задание только убивать. Его убить только можно. Тихо. Это не по плану немножечко. А, там закрыто, да? Я его мог бы уже убить. Мог бы, наверное. Тихо. Фак! Не-не-не, ребят, я побежал. Тихо, только не камни. Они уже хотели меня камнями кидать. Так, ты думаешь, ты спрятался от меня? Черт! Кац! Не подходи ко мне, ассасин! Да ты чё? От смерти не убежишь, приятель. Бейте и заберите ключ. Так. А вот и здравствуй. Классно, я его вообще... обрезал. Так, срезал. Давай-ка. Ну, ключ я уже получил. Это я его так обобрал дополнительно. Но, конечно, я его обхитрил. Чуха, прикольно. Так, давайте. Ключиком воспользуемся. Прыткий малый был. Усатый малый. А вот то, что я на джойстике даже отлично себя показал, это меня радует. Потому что я думал, сейчас будет намного хуже. О боже. Да ну на. Охренеть. Заберитесь на Торре де ла... Чё-то там. Ну да, о чём-то они и говорят... Ай, подожди. Прыжок в бок, да? Отлично. Это сюда? Ага, вот куда. Опасный паркурчик. Блин, я уже хотел в бок прыгать. Тут не за что было зацепиться. Ну, если б я в бок прыгнул бы, а не полез. Вот здесь можно напрямую спрыгнуть. Дальше вот сюда. Тихонечко это. Опять прыжок от стены. Ой-ой-ой! Тихо, хватайся. Фу, ну ты напугал, а? Слушай.
На самом деле это было очень стрёмно. Я уже думал, все, сейчас полетит наша пташка вниз. Но я успел среагировать и схватиться каким-то макаром. А вот здесь можно уже и так вот прыгнуть. Так, нос зачесался. Значит, упаду. Вау, уже там опасненько падать на самом деле. Фу, я думал, он не допрыгнет. Это очень стрёмно. Оу, я слышу звон. Это же мой сундук, который я могу и не взять. Могу... Ну да, я вот пропустил его, ну... Фиг с ним. Это лишнее время. Этих сундуков просто куча огромная и... Вот. Уже... Ага, это что, все? Заберите сокровище. Это и все? А я боялся. Я могу, конечно, вернуться и тот забрать, но ну его нафиг, а то я еще упаду. На самом деле, я не ожидал так быстро забраться сюда, я думал, я только половину прошел. Так, сейчас я сначала все второстепенные сундучки облазию. Угу, и давайте откроем. Так, сколько ж я здесь отхвачу? На самом деле, блин, Эдсо, ну, я бы на твоем месте уже куда бы только не засовывал бы себе, ну не щепотку только взял. Ну ладно. 4000? Оу, забираю свои слова обратно, это... Достаточно нормально. Я доволен. Здесь меня пытались убить яблоком. Потом я догонял одного усатого коротышку. После этого мега крутой опасный паркур. И награда 4000. Достаточно отличный уровень. Да, о капитанах Борджа не надо забывать. Надо их мочить. Ихние башни палить. Кстати, игру невозможно закончить до конца, если не уничтожишь все башни и не начнешь, ну, не освободишь все эти области. Так, доход увеличен, не знаю, каким макаром он увеличен. Ну, могу не пользоваться этим сеном. У меня есть вариант получше, это мой парашют. Так, там вижу Леонардо, но мне нафиг не надо, я у него все улучшения скупил. А здесь уже открылась еще миссия, но она идет как бы восстановленная память. Я ее пока не хочу проходить, пока. Чуть-чуть подожду с этим. Пожалуй, можно было бы задание Кристины выполнить, но это, черт возьми, далеко. Нельзя как-то срезать там. А, тихо, вот есть вход в туннель. И... Тут нету входа в туннель, а нигде рядом. Нет смысла бежать туда. Основное задание... Ну, к основному заданию можно будет хорошо потом подобраться. Тут потом башню зачистить. Долгое путешествие к Кристине, да? Можно будет по дороге, кстати, пооткрывать эти вот все... лавочки. Все равно я говорил, я хочу... полностью себе все скупить, а для этого надо, ох, как бегать много, много бегать надо. Такс, мне вот интересно, здесь нету, да, лавки этого целителя? Но я буду стараться скупать все, может это повлияет на то, что геймплей станет немножко скучноват, но я хочу игру более-менее хорошо пройти. Вам нужна медицинская помощь? Так, эта лавка готова. Мои ребятки там задания вовсю выполняют. Так, Эдсо, прыгай, не ссы. Сам... Ух ты! Стопа, 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 стопа! Стопа, чувирла. Во! Фига себе, я до него допрыгнул как. Из-за чего все это безумие? Эй, да мужики. Ладно. Давайте, давай, покажи мне, как выжить. Давай, покажи, покажи, давай. Показал, да? Я вижу, блин. Блин, что-то я их дофига вызвал, аж 6 штук целых. Это многовато, я думаю. Но я хотел... Да блин, сколько их тут. Я просто хотел показать мужику, что он реально нарвался. О, кстати, там можно купить портного. И там же купить сумочку для парашютов. И затариться еще парашютами. Я их использовать часто люблю.
А потом уже и шашечки. Дымовые шашечки. Заставила мужчину вести себя так. Как обезьяну. Что он затеял? Текс. 1080, недурно для портного. Но доход все время увеличивается, и это не считаю бессмысленной тратой денег. Это очень даже осмысленное. Так, дымовые шашки. Ну, все как и было. Вот большие сумки сейчас куплю. И только для... Вот осталось для ножиков. Ой-ой-ой. Я забыл. Подожди, мужик. Ой, центр города 25% уже обновлено. Я забыл у него парашюты купить. Сейчас я докуплю. У меня их будет аж целые 15 штук. 1500 это все стоило. Ну, не все 15, а там 7 или 8, я не помню. Но это, блин, парашюты дорогое удовольствие, поэтому нужно зарабатывать хорошие деньги. А для того, чтобы зарабатывать, нужно скупать все. А для того, чтобы скупать, нужно еще раз зарабатывать деньги, а зарабатывать их можно с заданий разных. И это замечательно, дорогие друзья. И надо будет не забывать еще о контрактах на убийство. И хотелось бы, конечно... Да, мои ребятки еще очень хорошо даже деньги зарабатывают. Просто лопаты их могут гребсти для вас. Но не все сразу, конечно. Нужно время ждать, пока они там... Ну, я, видите, как делаю. Я сам их посылаю на задания. И сам хожу на задания, где они не нужны, как бы. Тем временем даже незаметно, что они были на задании, не были. А еще, когда насобираю я их полное количество, у меня будет их 12 штук, то я 6 человек я смело могу все время посылать на задания. А 6 человек могу при себе держать, как боевых. И все, как бы, и доход отличный, и боевая поддержка замечательная. Так, приятель, ты что там делаешь, Приятель! А я нехорошо. Просто если бы я вызвал бы ассасинов, это было бы слишком долго, и меня б уже начали... О, преследовать! Да, вот, кстати, здесь вот... Печально, если вначале не успел раскрыть парашют, то уже в середине полета уже не удастся это сделать. Ничего страшного. Подумаешь, съел какую-нибудь аптечку. Так, а вот того приятеля уже можно и сказать, чтобы они его сняли. Блин, на карту не смотрел, когда бежал. Может, пропустил там пару лавочек, которых можно было обновить. Денег у меня еще немножечко есть для этого дела. Но... О, только сейчас проснулся мой ассасин. Что-то он реально филонит. Ладно, ладно. Молодец, хоть... Подожди-ка. Чё у этого стражника есть интересненького? Мне пулька не помешала. А, нет. С этим делом у него туго. О, сундучок там. Сундучочек. Давай-ка мы тебя... Обчистим. Зеленая яшма. Или яшма. Еще в сундуках плюс вот эти вот ингредиенты разные, тоже полезные. Неплохо довольно-таки. Хей! Ха-ха, застрял. Вот и уже и недолго я добирался сюда. Сейчас вот еще сюда. Точку обзора хотелось бы посетить. Только как это сделать, если тут не подойти никак? Блин, еще и палят меня. Что ж такое? А ну-ка, снимите его. А то мне надоел. Снимите его, быстрее только. Девушка, молодец. И там, блин, сундук. Вот, без перчатки альпиниста мне пришлось бы вон туда облазить, там много париться. А так я напрямую хорошо допрыгнул. Фух, отлично. Сейчас, наверное, с помощью парашюта облечу туда, чтобы забрать сундучок. Правда, я потрачу на парашют, наверное, больше денег. Я не знаю, можно тут без парашюта? Я не ранив себя при этом. Нет, нельзя было. Ну ладно, аптечка выйдет дешевле. Да ладно, чё жадничать? Деньги не главное, слоновая кость. Ага.
Я вот не понимаю фишки, зачем до задания с Кристиной выбирают каких-то рандомных девушек. Это типа связные такие, да, крутые? Вот и вообще белые какие-то глаза. Пиздец, мне страшно. Блин, там банк, по-моему, можно было обновить. Надеюсь, когда я задание закончу, это меня здесь же выплюнут, потому что я хотел бы банк обновить на самом деле. Опять я в желто-красной матрице, не, в оранжево-красной матрице пытаюсь догнать барышню, видимо, проявить акт изнасилования со своей стороны. Не вижу другого объяснения, зачем он бежит за ней. Флоренция, 1476. Спасибо, что пришла. Конечно, конечно. Скажи, чем я могу помочь? Тела моих родных. И я не могу оставить их на виселице. Их нужно похоронить достойно. Отправить их души в мир иной. Каписко, я пойду с тобой, отцу. Замечательно. Это же тот момент, когда только повесили их. И видеть такого молодого, начинающего ассасина. Забавно в такой броньке. Достойные похороны нужно устроить. Не отставай. Ну, здесь дополнительного задания нету. Так, Кристина со мной пойдет, да? Во, Флоренция. И музычка флорентийская сразу начинает напоминать вторую часть, потому что... Блин, реально классно. Даже подраться можно, да? Нет? Нет, нельзя ни оружие не взять. Не подраться, видимо, нельзя. Это... А, по-моему, это только-только тогда, когда у него оружие выбили. В этом моменте он сюда уже прибежал своих родных хоронить. За мной. Их всех уже сняли. Что же нам делать? Спрячься. А я пойду поболтаю с тем стражником. Сбейте его. Ну давай, я только это и могу, оружия у меня нету. Так, мужик. А, контратаку уже нельзя, значит, да? Ой, Эдсо тут много чего не знает. Он уворачиваться... Он даже уворачиваться не может. Ну, хоть так. Где тела, которые висели здесь? Их всех уже забрали. Куда? Говори, где они? Я не знаю. Кажется, их собирались отнести к реке и выбросить. О, нет. Ах, вы скоты такие. Кристина, идем со мной. Пошли, Кристинушка. Так, а паркуром там? Вроде нормально. Ну, такой неопытный Эдсо, даже непривычно. В Бразерхуд он вообще... Охренеть, как какой. Охренеть просто. Он предводитель ассасинов, а тут он даже не ассасин. И только начинает становиться на этот путь, и... Я управляю им как обычным человеком уже. Он не, пока что не машина у смерти. Так, давай вот сюда тебя. Что будешь делать? Что еще остается? Убить их. Нет, не делай этого. Они ни в чем не виноваты. Они бездумно выполняют приказы. А значит... Эцио! Вабеми. Я прокрадусь мимо них. Возьму своих родных. Если нужно, то по одному. И отнесу в лодку. Будь осторожен. Ай, вот она меня только что сделала мое задание сложнее, так бы я их грохнул бы. А так придется их обходить. Они же еще могут и палить. Так, ладно, я надеюсь, тут... Ух ты! Фак! Это пипец как плохо, и сейчас десинхронизация будет, или нет? Нету десинхронизации? А, ну тогда замечательно, давайте. Правда, у меня... Фак, у меня аж оружия нету. Как я вас убью вообще? Вы подумали об этом? У меня что, с кулак... Блин. Эдсо не умеет даже выбираться. Ё-моё. Это бессмысленно. Эдсо с кулаками... Это нужно... Ну пусть они меня убьют уже. Но он не умеет ничего тупо. Ничего. Ни увороты делать. Тупо прямыми бить. А это бессмысленно. Так что Эдсо... Полег вместе со своими родными. Рядом. Блин, оказывается, с крыши надо было посмотреть, не идут ли там эти стражники. Ладно.
Печальное задание, сложное достаточно. Такс. Денег ноль, нифига нету, нифига не умеет. Ну, ну как? Как такое вообще? Так, зато вот вижу. Можно ныкать со всеми, в принципе, это уже хорошо. Так, давайте возьмем Петруччо. Блин, как жалко все-таки. Надеюсь, они меня там не увидят. Пипец. Это просто какой-то пипец. Очень, очень печально, черт подери. Ой-ой-ой, тихо, Эдсо, тихо. Они же там сейчас... Сейчас круг сделают. А, они еще... Так, блин, Федерико. Ну как несправедлив мир, боже, Федерико. Черт. Все было так классно в начале. Фак. Теперь еще отец. Черт. Я сейчас реально расплачусь. А, меня посекли. Какого фига? Нет. Не мешайте мне. Они меня... А, не, нашли. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет. А! Он бежит слишком быстро. Я вижу его. А если я занырну? Ага, ага, нифига, не попадете. Так, да ё-моё, покружили тут своими баррикадами, даже оплыть нельзя никак. Я... Ай, сволочи. Так, ныряй. На самом деле, сейчас попытаюсь вот так вот засесть. Я думаю, они меня сейчас потеряют из виду и уйдут. Я донесу наконец-то труп. Идите отсюда, ну что вы вылупились? Во. Наконец-то. Засранцы, как вы вообще меня обнаружили? Что вы тут забыли? Я здесь занят своими делами, я здесь плачу, видите ли. Фак, да это просто печально. Скорее бы миссия закончилась, а то я... Сейчас. Всю подушку слезами залью. Слезами. Горе, горе. Я должен покинуть город. Кристина, поехали со мной. Я бы хотела... Но моя семья... Мы всегда будем вместе, Кристина. Эдсо. Фух, закончилась миссия. 100% синхронизации, ну еще бы. Так, давайте, выкидывайте меня уже из этого неуча, который ничего не умеет. Блин, какие у них ботинки были тогда. Вот сейчас сравните сейчас одежду и ботинки, вот особенно ботинки сравните. И сейчас видите, какие в Риме одежка у него. Очень сильно отличается. Одежка такая и одежка римская, особенно ботинки. У него, блин, почти до колен тут. А тут вот. Сейчас. А... Хотя нет, тут тоже они достаточно длинные, но совсем не такие. Ну, вы видите, разница существенная. А, да, на самом деле меня выкинуло там, где я и был. Поэтому я обновляю банк. Обновлю, наверное, станцию путешествий быструю. Если она еще не обновлена. О, у меня уже больше 4000 доход идет. Это уже замечательно. Здесь есть деньги? А, даже здесь есть денежки. Так, у меня почти 6000. Отлично. Кстати, Эдсо, собирай монетки. Смотри, лежат, например... О, ту кучу греби себе. Тихо. Обновляем. По-моему, я хотел к основному квесту сходить. А тут давно я там не был. Хотя, ну его нафиг. Пока что. Тут основной квест. Успеем пройти еще. Так, здесь я восстановил. Ага. Сейчас я куда-то по-любому перемещусь по-бырому. Например, к ворам можно пойти, да. И задание воров взять.
Контракты на убийство я, походу, все пока что выполнил. На данный момент не открываюсь. А вот задание воров-куртизанок можно повыполнять. Ой, куртизанок вообще не хочется. Там, если честно, сложные. Да и у меня там задание, если к ним идти. Так что давайте к ворам пойдем. Им немножечко поможем. Гильдия воров. И после этого уже можно будет думать, что делать дальше. Так, воры. Контракты на убийство все выполнены на данный момент. Ну, когда я сейчас еще буду сюжет, конечно, проходить, еще откроются. Можно, конечно, еще позахватывать башни, но пока они мне не нужны. Так, парашюты у меня полные. Вы не поверите, насколько... Боеприпасики можно, конечно, купить. Так, ремонтик можно забацать. Так, боеприпасы, пульку одну. Не видел, сколько стоит. Скажите всем обо мне. И можно еще пойти, я не знаю, если тут не восстановленные, то восстановить лавки эти. Или не восстановленные, просто наверху я их не вижу. А, нет, нифига. Давайте их обновим. Ой, я нечаянно лошадь позвал. Так, целую 1130. Это немыслимо просто. Обдиралово. У меня есть все, что вам нужно. Но зато, когда я стану мега-мажором, то можно будет покупать еще и картины. Просто закупать тоннами. Вправляю кости, зашибаю раны, накладываю припасы. Вправляешь. Давай. Купим тебе пару лекарств. И, в принципе, все, пока. Район Аттико, или Антико, или как там, я не помню. Ну, короче, обновился на 25% тоже. Ну, походу, внутри задание дадут мне. Да совсем я не идиот, я не идиот. Это вам показалось, нет. А, кстати, можно будет сейчас еще погонять азартную эту игрушку. Уж очень она мне в предыдущий раз понравилась. Надо бы еще схлестнуться. Почему бы и нет, черт возьми. Деньги есть. Сейчас я их все проиграю. Сыграй со мной, друг. Давай, на максимальные ставки. На максимальные. Я готов рискнуть всем, что у меня есть. Текс. Ага. Сделать ставочку. Ну, давайте. Все наши деньги поставим. Я просто... А, можно было единичку нажимать, чтобы нажимать. Сделаю ставки. И давайте бросим. Оу, 7-11. 7-11. Где же моя удача? Фак, проигрыш. Все. Ну, вот как бы... Как бы и все. Я наигрался. Где же моя удача, Эдсон? Блин, это пипец. Ух ты. Забавно. За один раз проиграл все деньги одним броском. Это ужасно. Так, подождите, я хочу посмотреть у них в табличке, что у них там за задание. Ну, то есть не задание, а испытание. Так, украдено столько-то денег. Убито с помощью дальнобойного оружия уже выполнил. Пролететь на парашюте в общей сложности 500 метров надо. Бить стражников в воздухе после прыжка с балки. Угу. Воров нужно нанять и использовать 10 раз. Выполнить забег на 300 метров без остановки. Придется бегать много. Совершено 20 прыжков с лошади на балку. Вот эти, кстати, вот прыжки с балки на лошади, я помню. То есть на лошади с балки. Блин, на балку. Я выполнял очень долго и нудно. Так, совершено всего лишь 10 прыжков веры. И прыгнуть в воду высотой не менее 25 метров. А вот это задание, я помню, столько долго искал. Пытался найти самую высокую точку в этом Риме и в воду прыгнуть. Это было просто мега адски. Такс. Ну ладно, я не буду на этом заморачиваться пока что. Пусть оно выполняется само, походу. Если потом прижмет, может быть и буду. Давайте пока с Леовольпой поговорим. Тебе нужна моя помощь?
Римские воры — это юноши. Они талантливые, но слишком молодые и горячие. Еще одна шайка. Чентоки, псы Чезаре Борджиа. Они сильно мешают нам. Где можно найти их? Мои воры покажут путь. Ну окей. Сейчас мы их найдем. Так. Пройденная контрольная точка. Доступны новые задания. Откройте карту, чтобы узнать, где их можно получить. Ну, это естественно, да. Да блин, задолбали эти штуки. А какого фига точка обзора у меня здесь высвечивается? Это уже смешно. Так, ну задание я одно вижу, второе поразбросали по всей карте. А мне теперь ходи и ищи их. А, черт подери, вот тут бы открыть вход в туннель. В принципе, можно с базы со своей побежать. А еще, в принципе, можно пойти задание начать выполнять. Основное. Чем я, наверное, и займусь. Вот только какого фига у меня высвечивается, что тут здесь точка обзора? Я попробую еще раз открыть. Хотя не вижу в этом смысла. Текс. Ну и я типа осмотрел еще раз. Что ж мне за это пирожок дадут с полки? Да ну нафиг, опять торчит. Друзья мои, у меня самые низкие... Ну ладно, пофиг на эту точку обзора. А, на самом деле еще можно конюшню здесь обновить. А, не, какая конюшня? У меня теперь с деньгами все хорошо, после того, что как я сыграл одну партию. Так, и сейчас мы в Цветущую Розу отправляемся. Там дают мне очередной основной квест. Сестренка там, конечно, устроилась. Главной управляющей вместе с мамкой. Это пипец. Там в последующих прохождениях, конечно, чувак над этим классно пошутит. Просто в точку попадет. С шуткой. Так, ладно. Заходим. Угу. Ну, в принципе, можно сейчас с мамкой поговорить, типа, чтобы она мне дала дополнительное задание. Бонжорно, мама. Эдзо, спасибо, что навестил меня. Что беспокоит куртизанок? Прежняя хозяйка Мадонна Салари была обманщицей и лгунья. Она была связана с церковниками. Хуже того, кое-кто из девушек до сих пор спит с нашими врагами. О, боже. Я найду их. Разыщи девушек, которым я доверяю. Они помогут тебе. Спасибо, Эдзо. В чем прикол в субтитрах писать «Грация», потом в скобочках «Спасибо», если она сказала «Спасибо». Хм. Так, доступны новые задания куртизанок. Давайте посмотрим на их таблицу. Здесь я еще и вообще ничего не выполнил полностью. Ну ладно. Текс. Это не важно. Главное, берем задание. Главное. Что тебе нужно? Ты говорила про какого-то сенатора. Ищи его на Капитолийском холме. Я тебе зачем? Когда я убью банкира, твои девушки должны отнести его деньги подпольщикам. Ладно. Будь начеку. Так, возвращение долгов. Поговорите с сенатором Агидио. Трокки на Капитолийском холме, чтобы выяснить, где находится банкир. Угу. Сопровождатель сенатора, не дав себя обнаружить. Печально. Будет провалить. Так, что здесь у нас? Нам говорят идти туда, как бы. Туда. О боже, что вы за звуки издаете? И, наверное... Не знаю, сколько я проиграл времени, возможно, на пару серий, но здесь я пока закончу.
думал дольше поиграть, но займусь чем-нибудь другим, или запишу, может быть, цивилизацию, или пойду похаваю и буду что-то зырить. Но это не важно. Важно то, что всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. И увидимся в следующих сериях.